Да знаете, наверное, в принципе, у меня уже много чего есть интересного. В этот раз решили с огнем что-то делать. Было у нас приора-паук на больших лапах, приора-колесница на больших колесах, самые большие, наверное, в мире. Была у нас машина-зубила, которые разрубали машину. Была птичка-мобиль, которые с трамплина летали, перевернулись. Есть багги, самые мощные в России, перепрыгиваем машины. Но с огнем ничего не было, и вот с огнем. Где именно огнемет можно использовать? Автомобиль огнемет? Ну, мясо пожарить на природе. Она на ходу, она с документами, а на нем можно передвигаться по городу, пока сотрудники не остановят и штраф не выпишут. A lot. There's a lot of good out there and a lot of fearless kids and families putting kindness into action in their own communities. But the first step towards helping is understanding, and that's where we come in. Everyone wants to understand the world, which is why we're bringing the news to your family the Now This Way. Each week we'll talk about the important issues, the positive progress, and the unsung heroes who are changing things for the better. With the weekly YouTube series, podcast, and newsletter, we'll explore the uplifting stories that inspire us and dive deep to understand our changing world together on Now This Kids.